предлагается дать согласие администрации Балаковского муниципального района Саратовской области на передачу в безвозмездное пользование местной общественной организации ветеранов боевых действий «Боевое содружество» город Балаково Саратовской области муниципального имущества муниципального образования город Балаково это сооружение «Мемориальный комплекс» площадью 1751,8 квадратных метров, расположенный по адресу город Балаково, улица Факел Социализма. Мемориальный комплекс павшим в боях Великой Отечественной войны был открыт 9 мая 1975 года, выполнен комплекс в виде стелы с разной величиной, высотой центральной и малых по периметру с именами погибших, двух артиллерийских орудий в центре и вечного огня. В основании памятника заложена капсула с именами 2,6 тысяч погибших, пропавших без вести на фронте. Мемориальный комплекс – это центральное место проведения торжественных траурных церемоний память о защитниках Родины, балаковцев, отдавших жизни свободу и независимость за отчизну в Великой Отечественной войне. В рамках реконструкции этого памятника было принято решение о том, чтобы передать этот памятник для осуществления действий по его восстановлению местной общественной организации ветеранов боевых действий «Боевое содружество», которое активно принимает участие в социально направленных проектах на развитие и формирование у молодежи патриотизма, воспитание чувства гордости за свой народ и традиции, культурные достижения, внедрение коллективных форм взаимодействия молодежи и ветеранов боевых действий, развитие чувства товарищества и боевой взаимовыручки. Знания о мерах по выживанию в боевых условиях. Общественная организация участвует в вопросах по установлению мемориальных досок памяти погибшим в локальных войнах на территории Российской Федерации, каждый год является организатором и активным участником военно-патриотических игр. Вернул же Денис? Да. После реконструкции? После всех проведенных работ, реконструкции, отчета о проделанной работе. Проект благотворительный считается, поэтому деньги, про которые говорил Александр Александрович, которые поступали от предприятий градообразующих, от депутатов, от жителей, они все сконцентрировались на расчетном счете боевого содружества. Соответственно, чтобы не делать простой учет, вот, организацию передавать, то, соответственно, проще было передать имущество во временное пользование на момент реконструкции и вот, введения реконструкционных работ на английский. Бюджетные деньги не потратишь соответствующим образом оперативно. Самое главное время, да. И время, и... А контроль будет за администрацией, в том числе и финансовый.